На данном кейсе, на данном случае, мы видим неправильно сформированную пломбу, отсутствуют фиссуры, отсутствуют бугры, видим, пломба дала усадку, дала разгерметизацию, начала крошиться. На соседнем зубе, казалось бы, все хорошо, но в моменте препарирования мы видим скрытый кариес. Заранее мы сделали 3D-снимок и по 3D-снимку вычислили, что кариес находится здесь. Эти кариесы очень коварны тем, что вы его не чувствуете, вы его не видите, а он прогрессирует незаметно для вас. Итак, мы убрали старую пломбу, почистили весь вторичный кариес, почистили здесь, кариес шел на одном зубе, распространился на второй. И вот посмотрите, результат, который у нас получился. Мы восстановили анатомическую форму зуба на одном, на втором зубе. Воссоздали природу. Даже опытный стоматолог не заметит, что здесь у вас стоят реставрации.